Пиратская тема сейчас в моде, так что у онлайновой ролевой игры Pirates of the Burning Sea есть все шансы на успех. Впрочем, проект американской студии Flying Lab Software пока остается темной лошадкой. Удастся ли разработчикам передать романтику флебустьерской жизни? Не заскучают ли игроки от бесконечных морских сражений и атак на портовые города? Действие разворачивается на Карибах в начале 18 века. В игре представлены 4 страны – англичане, французы, испанцы и, конечно же, пираты. Нам обещают, что каждый найдет занятие по вкусу. Можешь торговать или поступить на государственную службу. Если же мирная жизнь опротивила, вступай в веселое братство или, наоборот, становись охотником за пиратами. У каждого игрока в Pirates of the Burning Sea есть свой корабль. Сначала ты ходишь на маленьком суденышке, однако, успешно выполнив ряд миссий, накопишь на свой первый галеон. Всего в игре больше 50 видов кораблей. Морские сражения напоминают то, что ты видел в «Корсарах» от Акеллы. А вот наземных схваток не будет. Разработчики обещают добавить их в одном из первых аддонов.